до метров. Это потрясающий коллектив, исполняющий очень оригинальную музыку. И скрипка там звучит в дополнении всем остальным инструментам, не мешая основному течению музыки. Все слушайте эту группу. Потрясающая группа. И он вспоминал ушедшие дни, как молод был и силен. Теперь его дело табачный дым. В таверне он речи ведет о том, как в одной из далеких зим нанимался в торговый флот. Корабль стремительный, ловчий морей, охотничьим курсом идет. И вот на исходе 12 дней им попался большой кашалот. Песня о кровавом труде китобоев. Одна из моих любимых групп, я не понимаю, почему их поставили на утро в дождик.